История, о которой пойдет речь, произошла здесь, в Подмосковье, где создан новый научный центр. Одна из самых важных и загадочных проблем твердого тела – проблема прочности. Важных, потому что любое повышение прочности – это новые возможности для техники. Загадочных – вот почему. Как известно, внутренняя структура кристаллических тел упорядочена. Все атомы связаны между собой и образуют строгие кристаллические решетки. Точные расчеты показывают, для деформации идеальной решетки нужны огромные усилия, тысячи килограммов на квадратный миллиметр. Но твердые тела, словно не зная об этом, разрушаются при усилиях несравнимо меньших. Вероятно, в кристаллических решетках не так уж все идеально, предположили ученые. Кое-где строгие ряды нарушены. Эти дефекты, их назвали дислокациями, и ослабляют прочность. Так выглядят дислокации на простейшей модели. А с помощью мощного электронного микроскопа мы можем увидеть дефекты кристаллических решеток уже не на модели, а, как говорится, в натуре. Уникальные кадры. Перед нами процессы, происходящие на атомном уровне. Темные полосы – это линии дислокации. Присмотритесь. Под действием сил, сжимающих материал, дислокации движутся и даже размножаются. Сдержать, затруднить движение дислокаций значит повысить прочность. Так рассуждал Юрий Андреевич Осипьян, член-корреспондент Академии наук СССР. И у него возникла идея использовать для этого электроны, которых в кристалле великое множество. Ведь возбужденные электроны могут препятствовать движению дислокаций. Возбуждаются электроны квантами света, фотонами. Следовательно, надо проверить, как влияет свет на прочность. И вот при испытании образца полупроводникового кристалла сульфида кадмия было обнаружено, что под действием света резко возрастала способность кристалла сопротивляться пластической деформации. Прибор четко фиксировал это подъемом кривой. Стоило выключить свет, и эффект пропадал. Это казалось невероятным. Под лучом света кристалл набирал прочность и терял ее, когда света не было. Это было открытие, названное фотопластическим эффектом.
Правильное понимание роли электрических сил в кристаллах позволит глубже осмыслить природу прочности, утверждает Юрий Андреевич Осипьян. А фантазия некоторых его коллег идет дальше и уже заставляет свет работать на станке. А если серьезно, то уже сейчас фотопластический эффект применяется при обработке ряда полупроводниковых материалов. Фотография. С ней связана наша вторая история о тайнах светового луча. Фотография появилась очень давно, в 30-х годах прошлого столетия. Но вот что удивительно, до сих пор нет еще общепризнанной теории образования скрытого фотографического изображения. Многие утверждают, что это процесс фотолиза, то есть разложение солей серебра под действием света. Нет, свет вызывает концентрирование свободных атомов серебра в крупные металлические частицы. Так считает профессор Московского университета Евгений Алексеевич Галашин. Но если это именно так, то аналогичный эффект можно наблюдать и в других веществах. Началась серия опытов. Светом воздействовали на самые различные вещества. И было обнаружено поразительное явление. Но прежде чем рассказать о нем, вспомним школьную физику. Три состояния вещества – твердое, жидкое, газообразное. Мы учили переходы из одного состояния в другое, их называют фазовыми переходами, совершаются при изменении давления или температуры. Если давление постоянно, то при охлаждении начинается кристаллизация. При нагревании кристаллы, как им и положено, начинают плавиться. Температура еще выше, и новый фазовый переход. Вещество испаряется. Итак, дело в температуре. А свет, считалось, к таким переходам не имеет никакого отношения. Но профессор Галашин и его сотрудники установили, что это не так. Оказалось, свет может воздействовать на фазовые переходы. Ультрафиолетовые лучи ртутной лампы резко изменяют направление процесса. Несмотря на высокую температуру, кристаллы уже не плавятся, а упорно растут. Гаснет лампа, кристаллы испаряются. Включается свет, и они снова растут.
Эти кристаллы, рожденные светом, могут жить только в его лучах. Так вели себя в пучке света десятки различных веществ. Свет по-гречески «фотос», и ученые назвали обнаруженное явление фотофазовым эффектом. В процессе многолетних поисков выяснилось также, что под действием света происходит превращение одних кристаллов в другие. Еще одно любопытное фотофазовое явление. В пучке света происходит расслоение однородной жидкости. Тонкий механизм фотофазовых явлений очень сложен. Однако уже сейчас ясно, что на их основе могут быть найдены новые подходы к решению острейшей проблемы – бессеребряной фотографии. Это бессеребряная фотография. Она по-своему уникальна. Здесь впервые использована вместо дефицитного серебра обычная сера. Еще одно достоинство этого светочувствительного слоя. Его можно использовать многократно. Итак, раскрыты еще две тайны светового луча. Два фотоэффекта, знаменующие собой новый шаг в познании природы.